Привет всем! Ну, я снова делала заказ Faberlic как раз. И сейчас поделюсь с вами, что я заказала. Вот пришло в такой паке, вот курьер привез. Ну, и сейчас раскрою и покажу. Так, вот, вот пришли мне от костюма штаны. Сначала я был заказ, у меня пришли мне худи. А штанов еще нет. Так, сейчас пришли штаны. Это брюки женские. Так, цвет изумрудный, размер М. Ну, не знаю, они открою, сейчас чуть-чуть покажу. Вот, как раз не будут. То я слышала, все больше мерит. Не, я думаю, будут. Так что потом отдельно сделаю видео. Померяю и покажу, как раз поделюсь с вами. Так, и тут еще заказала тоже майку. Все очень их хвалили. То, что они недорогие. Вот. Вот такую майку. Тоже размер М. Цвет изумрудный, как костюм. Вот, как раз весь костюм и сделаю потом видео. Да, майка цвет так красивый, а тут какое-то, как будто пятнышко чуть-чуть, что ли. Вот, может, кто уже мерил, оставил, не знаю. Ну вот, потом как раз делаю видео, тут оно так на видео темно-синий, но он совершенно зеленого цвета. Так, тут еще заказала я. Ой, это сюда как раз. Так, так, так. Чай. Этот раз я заказала попробовать фисташковый с ромашкой. Так, польза суперфудов. Ой, суперфудов, да. Природные флавоноиды. Ну, потом полезные продукты. Ну, потом попробую этот чай. Как что? Тут, например, ромашка, дивесил, листья ежевики. Если что, кто хочет почитать, все описание на сайте, можно все прочитать. Так, духи заказала. Амбер. Мне, я уже заказывала виолет, мне кажется. Так, ванилин мне очень нравился. Сначала мне манго нравилось, но потом надоело манго, потом ванильные очень хорошие были. Еще какие-то там заказывала, уже не помню. Но сейчас по комментариям решила попробовать амбер. Ну, потом, если что, попробую. Сейчас не буду открывать время, чтобы не занимала. Вот, а потом, если что, сделаю видео и расскажу, какой запах это. Так, заказала попробовать себе ночную маску. Все ее очень хвалят. Сейчас мне она как раз по акции этой вышла. Очень дешево вышла. И я заказала. Вот она в такой упаковочке. 50 миллиграмм. Вот. Ночная маска. Открывать еще не буду, потому что я закончу ту. И не хочу, чтобы она была открытая. Вот. Пускай еще будет закрыта. Когда закончится, та у меня, вот тогда я открою. Так, тут меня заказала еще как раз тоже акция сейчас на антисептики эти руки протирать. Так, магнитик. Год быка будет. И я как раз заказала магнитик. Прошлый год не достала. Так я каждый год, как оформила, все время эти магнитики покупаю. Но прошлый год, мне кажется, даже не было магнитиков. Этот год как появилась сразу сейчас, так заказала. Вот такой классный магнитик. То, что тут хорошо, во, магнит, он на всю эту как раз. Вот и во, Faberlic. Lovely Moments Faberlic 2021 год. Очень такой резиновый, классненький. Вот как раз. Так, заказала мыло. Мыло заказала рукавичку. И гномик это или что? Это открою, понюхаю. Все говорят, очень вкусно пахнет. Не могу. Надо тоже. Да, вот такие они выглядят.
красивые. Даже на подарок спокойно можно. Тут написано подарок. Ой, он такой, такой интересный. Да, запах очень такой классненький. Вот, ну, очень красивый. На подарок, на Новый год, на Рождество. Подарок положить очень хорошо. А это рукавичка тоже здесь. Логотип Faberlic. И вот такая рукавичка. Ой, рукавичка даже лучше. Мне лучше. Она такая новогодним. У нас такое Пипер Кукас называется. Во, чай я брала. Чай я брала в прошлый раз. Апельсин с приправами, там корица, все было. И вот это, мне кажется, мыло вот этим вот и пахнет. Новогодним таким. Вот, приправами новогодними. Так, и еще новиночку тут заказала. Так, заказала вот этот вот спрей. Акваспрей, освежитель воздуха. Утренняя свежесть, защита от запаха животных, освежает, придает легкий нежный аромат и увлажнение воздуха, эффективно устраняет специфических и запахи домашних животных. Ну, то, что мне они вообще мне очень нравятся, то, что тут вот так вот открыл, закрыл, и этот дозатор очень хороший. Ну, сейчас посмотрю как раз запах. Ой, закрыто. Ну, как они, это еще новый то, что... Во. Ой, запах приятный очень. Запах, да, вот этот очень приятный запах. Так что советую тоже. Ой, какой запах классный. Так, ну еще заказала, конечно же, календарь на 2001 год. Так, я прошлый год заказывала. И этот, вот это такой квартальный календарь, где можно на стенке повесить его. И он, например, прошедший, сейчас и когда будет ставить. Вот такой вот классный большой календарик. И они недорогие. Если так вот посмотреть в магазинах или где-то на почте, или где-то так вот, то они, считаю, вдвойне дороже вот такие календари. Ну, еще заказала тут календарик еще один. Календарик-домик. У меня прошлый год такой был. На столе все время стоит у колодатора. И когда надо, я всегда смотрю число. Вот они вот такие вот. Считается календарь-домик. Вот. И вот так ставишь. И только тут потом переворачиваешь. Вот так вот на столе. И какой месяц переворачиваешь. Очень удобно. Так вот много места не занимает. Он такой... небольшой, как фотокарточка. Вот, например, как чай. Ну, во. Сравнить как с чаем. Вот такой во. Ну, а если... Вот, сейчас возьму каталог. Вот, во, новый каталог. Если сравнить с каталогом, вот, например, вот это вот так во. И во каталог. Во. Вот. Ой-ой-ой. Вот так во. Так что во. Очень удобные такие календарики. Так, ну и тут вот чек еще. Ну, коробка вот пустая. Так что вот такой у меня заказ небольшой. Вот новый уже каталог. Тоже акции, скидки. К Новому году подарки выбирайте все. Тут вот еда и коктейли. И вот чаи. Чай я брала с апельсином. Тоже вот этот вот. И сейчас с ромашкой. Эти чаи еще не брала, не знаю. Вот. А тут очень много всего. Так что, кто тоже хочет приобрести продукцию Faberlic, я внизу оставлю линку, где вы можете зайти и тоже зарегистрироваться и закупляться со скидкой. Не, ну, будет дешевле, чем по каталогу. Вот так, и еще плюс всякие подарочки. Вот какие классненькие тапочки, опять новиночки. Так что регистрируйтесь, смотрите, читайте и заказывайте. Подарочки сейчас все к Новому году, к Рождеству. Вот так, так что всем хорошего дня, всем пока!